Ну, я инженер, работаю, занимаюсь своим делом. А тут начал общаться на форумах, мне стал замечать, что людям какие-то вещи непонятны. Я пытался всем что-то объяснить, рассказывать и каждый раз повторять одно и то же. Я подумал, наверное, стоит как-то скомпоновать информацию в один общий источник и как-то рассказать всем сразу. Вот. И потом родилась идея доклада. То есть, когда Алексей Гладков предложил, что вот у нас будет конференция, будешь готовить доклад? Я говорю, ну, в принципе, мне есть что рассказать. И вот пошел, рассказал. Мне понравилось как бы, ну, вот комьюнити конференции, то есть много спикеров, у всех разные доклады. Разные темы. Я вот своих коллег, которые тоже рассказывали доклады, их доклады не читал, не слушал до этого, не знал, о чем они будут даже рассказывать. И мне прямо интересно самому было сидеть и слушать другие доклады. То есть я пришел не только как спикер, я пришел просто как слушатель конференции и с удовольствием прямо поприсутствовал. Я вроде раньше, если бы пошел куда-то в кинотеатр, пошел фильм посмотреть, а тут и полезно, и интересно, и развлечение, как бы, и опыт.